Күнәрі тұрыр кетігінші сүрбе екке сылынан күнді күрәчілер біттін, сақа сытабыта суық берені өрісен әрер, көрер интерегергер бігі күрәчілерге еға ити істін әғарды. Бүгін беребі тұрдық керен ардырға тұғыланыға, тоғы етер минатты бар манна, анжай олықты қоңырын тағарыр таңыз тұғынан сихили кепсияға Снежана Стручкова. Өте күннен, Снежана? Өте күннен. Қайдық тағыны түхі дағыны ғырған кен бол бұтын еген, олықты қоңырын тағарыр бұл таңағы ордық жон сәңәрір болы де. Әге, бәй ағыт бұл брендің, бұл идея ағытың қағыңыздың сағылағы күді? Бұл бренд бұл 2019 жылдан сағылан бұта, бәді мен оның тұспы асториялақ. 2019 жылға мен бәмір бол тақпын, подругамын күтті әкен тәрібіппет, Алена Неустроеваны күтті. Она сағалыр бұтығар, үйөбі жүгінен стилист қыз Даша Соколова лақ бұтын. Оны ұланы кенер бастан Алена Дашыны кітті білсіген, кенеха тұғынан ассистент күрді күліға кет бұта. Оны жа ол біремені ғаға стилистар сайдан, стилист ұслуғатын жоннор тұттар болын әрелдерді. Оны жа мен подругавын поддержкалан, кенерге подбор одежды ден ұслуға атейбітім. Оны жа үйен көрсен, білсіген, наға чөдік меға полностью бартын таңастал бұп бұт, тоқтен капсульный гардероб. Оны жа бәрім наға астынным. Мұнық үшөй бағай бары біттен олық жонғы бартығыр көрсен керім бардым. Онтан аның жағылан іспіппет, оны Алена меға бәдім оның көме астынан, хөбілен тұқтеті. Давай түгірі мағағын әрі ебітті күргіттарға таңыз, платье, костюм инатландырден. Онтан хөбілістім, оны жа қаян керім барды бұт толқойдан. Онтан ол бұт толқойды олар омыт, жаханаты бұт. Тоғы бе мәне білім таңыз қайық бұты, атылық бұтыйден, оны давай бренд әрігіқ қаден. Бәбіт бренд әріген. Ат толқойдан, қайдақ концепциятын көрін, логотип оңырын үлі бітін қағылады бұт. Оты сағылырға аңбастан құйдада қачып жеке құрдықте, онтан сағылырға оңырын кейлен барырға хембер ұрақыттар көрсі өкіп болу. Отан ұрақыттар балар әді, білі оны бейін ға тұқтық бәуіт астынан хөбілі көрін, оны тұқы да ұлғандық нәді баққа, тұқтың дәнне баққа тұқтық. Үйірі көті күрдік бәуіт астынан. Сол көден бейі бұрамыд біле сақалы таңыз материал атады. Оны ол жы бұрамыға сол көден біле кеге бұғытыны тәлдер. Сол көт кеге енден біле чәпчекі рас ханалақ кеге. Ол ғын апытын ға сөбілі әбіппіт. Сақалы. Сақалы, оны үкке тоқтақ бұларды. Ол жы бұрамыға материал, холқы материалы бұланы бұлыргаттан жоннор хөбілі көрілдер. Бәті бұланы солқы материал күгін итіне тұтар, сайын білі хүрік кетер кетін. Ол ғын сыныланар материал болар. Сөп. Онды жа... Анаған менен құлыбыра хембер толқыда тақытте, бұл қанна аңыздан тектері біте, қанна материал бұтын ұла бұты, ененің бір толқыда бұқы болу жа қайдақ сағыламыды? Оның ұлағына қаяу бұт, нұчылы тәқа мониторин күрді көңір бұт, қанна тектері рүчөй болу еден, мұнна сақа серігер, қаннара бар, атын дойдығы болу еден, атын қораттарға, оны бартын білен, қаян тұран. Ол біремеға 2019 жылға күтігі тіктерер ғамы тұғыда. Материалы кейіт алары да әлбәк, оны тіктерер фабрикалары дағаны білі качествада үшеуі болардын. Оны бастатан тұран олыны күтігі айынау бұттыра күргіттар. Икке болан Даша, оны Алена. Оны Даша үсі көпсияға бітірей. Сөп. Оны қайдақ жа толқыда бұқыды құлыбырам. Құратыда қайтақ болуқта айқылы бұра. Бұл анан менен сақа херігер, сақа херін күргіттірігер, бастадан тұран. Хаға херін көрдірір, ұратыды неген бартын толқыда бұқып болу жа. Бұл әйге сақылыға атымы болуақ қатына. Әй ұраты күтті көй? Бұл ұраты күттен, бұл ұлағана мұнық сақа күйгін тұқтеқ
фигуратен, да? Быгитен тахатен. Таңаспыт именно лиликалабыт, ем бәбіт кеммейт, манда сахасыргар. Она хайуыт қаста кеге кетен көрер, мередир, она барларгар иген раз комплектация лақыр гетергай бир, мұны кепті бейхтияхтеві көрдік. Лиликалабытын бәбіт оңырабыт. Өңнерін болағана, біле сахасырин природа тоқтарын өңнерін ең тұттабыт. Анығы, білеген, анығы ұяға кәрен ардар же оты әрәтінің өлі әбәкке баратынан сәйді баратырар. Икі өз өріқтін әлілер, сирі дойдыны кәрі әлілер. Онына, біле, таңа сәмея анығы жүк сәйдіден еқті әқтеханы өт. Оның қайысқаға қандық бағар түгенге, бір таңыға қайдық бар жөрелең тұхан көрсеттілі. Бір платияны қаннары бірағынникері көппекке, оны өрекке, театрға, қаннары ол сир путешествияға дағыны кеге үйде барын өптен. Нөчелетті қандығы функционалінесі. Снежана, будь-мене петен курдук, а мэнэгэттэн бубрэн түрттэн итэгэр стилист бүгэдэнэн Мюлгир Хамныр Дарья Габышева болар. Дарья, тёкунэнэн. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, как всё создавалось? С самого начала ты вот работала с командой. Знаем, что ты с Алёной выезжала в самом начале в Китай. Как всё зарождалось? Ну, история, на самом деле, очень простая и напоминает, наверное, какие-то такие больше американские истории. Потому что Алена изначально пришла ко мне на собеседование в качестве ассистента-стилиста. Это было, получается, в начале 2019 года. Mm-hmm. Мы с Аленой встретились, пообщались, и я поняла, что она определенно, то есть, понимает, что такое мода, что ей правда это интересно, и взяла, получается, ее в качестве ассистента. То есть Алена помогала мне на съемках, помогала очень много. Мы делали различных проектов, и вот в какой-то момент он говорит, нужно встретиться, у меня здесь есть, говорит, просто невероятная идея. Mm-hmm. Вот, мы встречаемся с ней в кафе, и она вот рассказывает, что я хочу открыть бренд одежды. Но, говорит, не просто бренд, который будет такой, как все. Я, говорит, хочу открыть бренд одежды для женщин, которые живут в нашем регионе. Именно для таких женщин, которые небольшого роста, возможно, да, то есть какими-то нашими физиологическими особенностями региональными, с особенностями, скажем так, восприятия цвета и так далее. И, конечно, ну, морозы там и mm-hmm. такая колоссальная жара, то есть вот эти климатические особенности, то есть все это учесть, говорит, надо. Говорит, помоги мне, то есть я хочу, чтобы ты меня проконсультировала, как это сделать. И говорит, и я хочу, чтобы ты поехала со мной, говорит, в Китай. Mm-hmm. Я говорю, в смысле в Китай? Я так удивилась, почему она так решила. Говорит, ну, как бы ее доводы были в том, что в Китае шьют, правда, лучше, и это объективно, то есть и выбор тканей там гораздо больше, это 100%. И очень, это было похоже вообще на страшную авантюру, mm-hmm. не иначе. Но я сразу согласилась. Конечно, я сказала, классно, супер, давай, только у меня нет загранпаспорта. Вот, поэтому пока мы делали мой загранпаспорт, соответственно, у нас тогда еще не было своего дизайнера, то есть тогда мы еще не встретили дизайнера, тогда мы делали сами, и я просто рисовала на бумажке, у меня был такой блокнотик, очень, я даже нельзя называть это эскизы, просто какие-то схематические картинки того, как может выглядеть более-менее носибельная одежда. И вот мы, получается, с Аленой приобрели билеты, то есть буквально с одним рюкзаком, то есть там деньги брали не на карте, а в рюкзаке. То есть настолько мы очень забавно все это было. И просто улетели в Китай без знания языка, то есть без знания понимания, что такое Гуанчжоу как город. То есть мы просто сели в самолет и полетели, вышли, и я помню, что мы вышли, и я такая говорю, Алена, а куда нам идти? Она такая, а я не знаю. И все, и стоим такие, понимаешь, что впереди огромный, просто огромный город. Но нам очень повезло, потому что все-таки, как говорится, когда ты на ловца и зверь бежит, да, говорят, вот тут мы ходили по рынку тканей, искали ткань, и параллельно у всех спрашивали, а вы не знаете какую-нибудь фабрику, которая готова шить маленькие партии? Мы спрашивали у всех, вот буквально у всех. Mm-hmm. И в одном из магазинов тканей нам сказали, да, есть такая фабрика. Это была фабрика молодой китайской семьи, то есть, и они, получается, сама жена, которая руководит всем этим, она дизайнер, то есть, mm-hmm. вот, училась на дизайнера, и у них, правда, маленькая фабрика относительно всем китайским фабрикам. И они согласились, и, соответственно, мы потом закупили ткани, проверили там их на брак, ну, все как положено, и сдали их там, то есть, и
получается, заплатили им наличными. Это тоже очень смешно, потому что они такие смотрели, говорят, что за всю работу, времени работы фабрики они ни разу не видели наличных денег. То есть, типа, никто так много наличных. И такие, типа, сразу понятно, что вы русские, типа, что это только русские могут так сделать. Наше путешествие в Грузию было в феврале 2020 года. К тому моменту мы уже познакомились с Иваном Федоровым, и, соответственно, он нам сделал лекало, делал дизайн. И, конечно, тогда уже совсем все было по-другому, потому что мы уже знали, на какую фабрику мы едем, мы уже знали, где там, что можно купить, какие ткани. То есть мы уже все посмотрели, уже знали и подготовились. То есть это уже не было так самоотверженно. Вот. И это тоже было хорошим, интересным таким опытом, потому что, когда ты работаешь с другой страной, каждая страна имеет свои особенности. То есть тебе нужно приезжать и тоже адаптироваться. Вот. И вот здесь хорошо, что дизайнер — это человек, которого нам не хватало. Мы его добавили, и все заиграло новыми красками. И все, кто стал, точнее, все наши клиенты заметили, что у нас поменялся дизайн, что появилась какая-то душа в этом всем. Потому что когда мы делали это сами, там, возможно, с Китаем и так далее, было все-таки технически, машинально, красиво, да, качественно, да, но души было меньше, я думаю. Сейчас у Солко появилась душа. Мне кажется, что это бренд стал такой более живой, более понятный, и появилась какая-то история своя уже. Дарья, посоветуй, пожалуйста, вот в следующем году какие тренды, и можешь на примере показать. Да, конечно. Сейчас так или иначе остается тренд на расслабленность, да, хотим мы этого или нет, все-таки вот эти оверсайз модели, они запали нам в душу, все очень сейчас приросли душой к трикотажным костюмам, и это нормально, то есть нам всем хочется комфорта. Ну и как противовес, соответственно, рождается тренд на чрезмерную женственность, какие-то яркие модели, что, допустим, сейчас мы берем новогоднюю коллекцию, да, здесь у нас такая юбка, смотри, это бархат, он переливается, здесь у нас такой вот рюши такие, рюши тоже в тренде. И, допустим, кто-то бы сказал, что эта юбка очень новогодняя, то есть too much, да, слишком много всего, но... То есть в современности сейчас игра контрастов играет большую роль. И если, допустим, мы Новый год встретили в этой юбке, мы можем потом носить ее уже с ботинками, допустим, дополняя свитером, или вот такой пижамной рубашкой, да? И, допустим, так, давайте как-то я стану. Да? Мы можем вот добавить эту юбку пижамной рубашкой, возможно, сапогами, трубами под низ еще, да, как вариант. То есть это уже может быть выправить ее наружу, да, и это будет такой повседневный расслабленный образ, да. Если мы, допустим, захотим сделать его вечерним, мы эту юбку будем сочетать с каким-то топом, да, с какими-то, может быть, стразами, больше блеска добавим еще. То есть ваши модели, ваша одежда, это получается, друг друга дополняют? Все верно, да. Это тоже была изначально наша концепция, чтобы вся одежда, друг друга дополняла, потому что капсульный гардероб – это залог осознанности, экономии времени, денег, поэтому это, конечно, очень важно. Вот. Также, допустим, сейчас в моде тепло, да, тепло, практичность. А у нас есть и ватные брюки, да, вот. А это был Arctic Fashion Show, да, это модель мы там представили. Идея с вот этой вот нашивкой, да, вот с тем, чтобы логотип оживить на юбке, принадлежит Ивану. Очень интересно. Да, здесь есть отсылка к якутским мотивам, но при этом она совершенно теплая и практичная. И женственная, да. И обычные ватники. Да, 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 здесь эту юбку можно носить, вот, допустим, с сумками очень классно будет, с водолазкой, со свитрой. То есть будет классная, практичная вещь, но при этом она очень стильная и реально отличается. Более того, она в одном экземпляре. Да, если говорить про... Если говорить про чрезмерную женственность, здесь можно вот отметить, что сейчас в моде кроп-топы, и они сейчас никуда не уйдут, потому что это вот различные бра и прочее. Также в моде вот такая ткань, которая называется твид, да, многие называют ее Шанель, да, Шанель, людям больше так она знакома. То есть это вот такой вот топ, который можно носить поверх рубашки, блузки, футболки, или же, то есть девушки с так, красивыми формами, да, могут носить ее просто как топ в сочетании с высокими джинсами очень или брюками. Очень подходит для северных женщин. Мне кажется, на теплые. Да, то есть, да, да, сверху добавить на что-то. То есть мы все равно привыкли к многослойности. Многослойность это часть нашей жизни. Мы уже знаем, что мы всегда морально готовы к тому, что нужно будет носить трое штанов, там,
5 водолазок там, ну и так далее. Поэтому, конечно, многослойность она должна быть красивой тоже. То есть это не должно быть лишь бы утеплиться. Салгы бу салко бренд дизайнеры кота бисех пит, кини бу айгера хайдах кельбити, ну на бу команда хайдах кота спутун тухна не меси хили бисех пит, дорога Иван. Дорога. Ты хайдах салко кельбити, не ким ими нурбитай. А то мин бем бэберу лихер тахпана дивер курду карай биркун. Инстаграм на горе дудар, бегай инка тебе всех потом баравит, бегай манник брен мутен, солко один, страница ларин кордер дудар, хаят лар, оно хадре Сергей Стембрам кордер тем арайка дюк хадре концепция один барди, оно концепция ларин, ага из кохана философия, та хадре мин духа по хадре манник хоть тебе кордер тиханат, он на хадре юрин кота баран билсиген кепсетен бусинжан алахалыны кытта билсиген кепсетен үлелеге кадин ну бастан хим бир кихи кини үлетен нады булла ди олеген караттан хагалан деп курдук капсулны курдук коллекцион ор бут ну именно мандык пиджак мандык платье мандыктен уже конкретно уже үлелен рап чондор билелер булла ди оны ол грузия бар ихпатын неден меха ол именно изделия рын, дизайн рын, конструкция ты имбарт на оттор бутра. Деньгана нам нук. Хадре хеп тебе генюле лехемит. Чуба коллекция на тиген агалан. Мне атилахачилар бутю бирай бутра дим. Буди не билер тинда кар бутра. Кару тинда. Хо кан тукат бетаван бил бетаван. Антон ол. Килер бедер тахсу бутрин кенде бидде бисти. Антон дия холубра бу даша кепсиата ди тох пар хагуны аттан бедерин историялары. Илылар даганы күсте ханаларнын бар буттар. Онтон этер дионна бу Кыргызстан Иван кытыспытын кенне бу брен будан интригиней болла, будан дугаланна дейтилерди. Ону эн кайда херистик? Ата мен жигинен тох заказ көлөлө бетим ратта. Уже клиенттерим үксе хакалар буллайды, көчөк ускай голар орбун не олен. Кадыр чөшө бүхүтүн тахатын, выкройкаты не орбу уже опыт павалах пинде курдук олин. Мандык особенности национальной фигуры уже билер этим. Олин. Ураты ага кылбыра. Меха в основном типовой хох фигуралар чөндөр обращайся кан алар буллайды. Онна особенности вот эпитим курдук. Хим бир ханын эле санны та кылга сихе түһе ихе барда атын болон олин индивидуальный курдук практически орору уже үйрөнтим онна бу кыргыттар бие как раз саха кыргыттар оңоробу тендер уже тут уже бартын учитывать дан турамыт именно лекалаларын саха фигура төрөшөйдүк олордун дээнбит аны учуттан оңоробут бээм аяр үлөн тугунан кепсеайтак каяка хаңгытан сагалаабыкын хаңгытан оксанын дизайнер атын мен манна колледж технология дизайна дээни үөрөнөн бүтерен бараммын санкт петербургга бараммын университет технология дизайнга дээни үөрөнмүтим оны бүтерен баран сразу санкт петербургга ого таңагыгар местный производствога сразу үлага килбитим онна улахан эме фабриката элбахбай таңагын орор онан сол курдук элем бараммын опыт араммын онна дальше бем хайдехун багарамын туспа бар бидим. Онтан ол бул кале жугускай кале мен эме үлөбүн сагалан эстрада артисттери кийнега эң көтөлө лигер тахпына бусол калар мен бул буттары. То есть кем апын остукун кенде уже мен билендер обращайся к нахтар эди. Онтан билеген сол калар көтөлө лилибин он эме дополнительный бебеме туспа лилибин деп турду. Ама ятын бу билен туран бу манна орон тахары булак кечи лекалары не кайда бен токуйдугуну ён хантан ийилаган эм бу бир айылдан таксар булак аде. Ага бир коллекциялар бутун токуйдур буттугунан вопрос булак аде. Бир ятын команда бутур төп бутти ол ин эддеттен улак токуйдан тренер үйрөтөн бир стилист бут направляйдан бары Өрдөр токуйдубут, онтон уже мен задачам ден экрбиттер уже мен примерно кас таңас пар болуктагын, кандык фасонун, ну вот юбка платье кас деп курдукта. Тугу кетелерден биле кеттерин таарандар. Да, биз стилист бут бартын.
уже количество от нимбар на тагар бутин кенди миха конкретно бутан га продумывай даган парсы га бэбер барышцы. Одно лором тебе основной идеей виттен сахалы тагас идентификация это бар болохтах. Просто мы на фабрике там ханку дуб болбатах, а именно тогда национальный код. Он типа то, на ха, мы прямо лох костюхе джер болбатах, когда мы брали, мы как намек курдук бар. Олин би источник тары, мы на дельби коробит, юрите бит, он на лохоран коллекционер бит на такой дан тарам. Когда ты бегати, когда бегат бу Бо келин халдарга бихи бу хакаи регеттиге бит чукускай коракка. Конечно, верхан хоос бихан улахан фабрикалар дохтар, улахан ну ателиелар дохтар диакка хаппуллади. Олин барта чаханы жоннор дебит курдук, она постоянно лидир партнердар дахпыт. Уже кастаданы, каста коллекцияны ба Arctic Fashion-нарга, Mercedes-ка интик бит. Кыз Анна Махарова туллук ателиеден бар. Кенниката постоянно лилеге бит. Онна хембир көрдүү бит атын лехеттери. Бұры бартын бир кей успейдава пылайды. Атыйга тахарар бутын олхин. Постоянно көрдүү бит. Кемере була бит. Кемере хөбүлү бит. Онны күрдүктен лилеге бит. Қолыбыра бир бұл мандык көрінге да түхе коллекцияға түхе ұстылдарынан ең. Оны ең бартын толкудур болла хачи. Түхе бар болла чын ең қолыбыра. Бұл бір дилен олық эксклюзивный ден болырды. Бұл бір дилен таңыстыр қолыбыра бұл показтарға девет күрді коллекция. Надо терен келлағаны оңыра бұд. За месяц, за полтора ең толкудамыд. Он тыдар бұд эксклюзив тен күрдік болалдар. А так бұл, допустим, хин массово қастыданы вариант, қастыданы размер оңыра бұд. Атыға тахарар бұдын. Ол тұспа коллекция болар, онына ол подиумный коллекциялар бұд бірті эксклюзив болалдар. Олар бұл... Бұл қолыбыра қағытчығы қағытчықтан сеттерін тахар бұд жалет бұд. Бұл сахалы күрдік аға. Интересен еді? Күнірі күнге күнне олықы кәтен хөп дейкі? Да, именно мәнді үйіққа енері дейбі күрді бол бақыры, а именно күнне олыққа адаптациялы мұттаныстар болады қалдыр. Оны бұл, әне білі қоту серге олар арбып бұхетінен, тымны серге олар арбып бұхетінен. Тымны серге олар арбып бұхетінен, аға, мәнді істі ағыстан дейбі күрді. Оны бұл, әнде бұл кәлләде, қалы. Аға, бұл қаладай бұд. Бейіне мәнді бұл қаста варианы бар, бұл қалғаға. Материалдар бұтын бейі образестарынан поставщик компаниялар көтті на выбор каталог курдук он там таламыт бубасы один джуннерин фактуратын составын бартын көрөмүт учитывайдан натуральный голос материалдары солко денде апыт олиген кадыр амык бигене чуи материалдардын болукта мен өр кетилер суйдакка тарадакка борту болбат джунне барбат инде курдук. Он экологичный хаос материалдар талахаты бит. Онтон мана жокускайга ланкардакка бе эми нага магыннар кытта үлләр булак бит материал һәм бер нады болган кедер. Онно беха сүрүн партнер бит свой стилден магын Анна Викторовна Маттерн болар. Анын түгенен туран мактанышпын барабын. Кине беха утары баран үлелер мәннік материал предлагай дан, кенеттен таламыт фарызуасыва ғыда бұд, онын күрдік үлелі хәбіт. Бәбі әбітін поддержкала хәбіт дейбі күрдік. Хәб, Иван Аяқа мақтал болуын, ол шөйді кірсі әбік кетігер, оны бұл әге қамандағы төсі күйгірен, әлбәқ кере сақа херен кере аңарын өрді тұрымден бағарабын. Оныдың кәлен ер сарғыла сана жылынан күндік өрәтшілер бит, бұл манан мен берін түміктенер. Бүгін олыс интерегіне істің бұл олықты қоңырын тағарын бұл таңас тұғынан кіпсетті бін. Интерегірге әріп кеп болуден әрінебін. Кәлер беріге күрсіққа дәрі.